Дайте мне его. Дайте мне конверт. Вы обманули меня. Вы получили все, что хотели. Обманули? Вы были холодны, как лед. Я словно обнимал мертвую. И ради этого я отдал чужие документы. Благодарю покорно. Вам жаль конверта? Мне жаль, что я узнал вас. Вы завтракать будете? Нет, благодарю вас. Покажитесь. Я хочу посмотреть на вас. Вы хотите плюнуть мне в лицо? Нет. Себе. Пожалуйста, не стесняйтесь. Войдите. Простите, мадемуазель, нет ли здесь господина Пруса? Пришел слуга. Господина Пруса говорит, что нужно видеть господина, что-то принес. Черт возьми, откуда он узнал? Скажите, пусть подождет. Хорошо. Нет. Постойте. Помоги мне. Господи, как я перепугалась. Прибегает швейцар. Пришел, мол, этот самый слуга хочет к вам. А слуга-то не в себе, говорить даже не может. У меня сердце так и упало, не иначе. Думаю, что-то стряслось. Осторожно. А сам бледный, как мел, слуга-то. Так я перепугалась, так перепугалась. Боже мой, Господи, Боже мой. Вы знаете... Простите, я одну минуту. Да чего хочется знать, что там случилось. Вы бы видели, мадемуазель, как дрожал этот слуга. Потом сваришь мне яйца. А в руке у него было какое-то письмо. Может быть, пойти послушать, о чем они говорят? В который час? 8. Помолчи. А губы у него совсем синие, руки дрожат. Что-то случилось. Ну, что такое? Янек застрелился. А от кого письмо? Письмо от Янека. Нашли рядом с ним. Что же он пишет? Почему он прислал это письмо сюда? Неужели он... Видел вас, наверное. Зачем? Зачем он это сделал?
Прочтите письмо. Я не в силах. Может быть, вы прочтете? Нет, нет, не хочу. Я должен пойти к Янеку. Должен. Папа, я узнал жизнь. Будь счастлив. А я... Так вот почему. Сколько ему было лет? Он любил вас. Да. Мой мальчик, мой Янок, ему было 18 лет. Я был слишком суров с ним. Всякий раз, когда мне хотелось приласкать его, я говорил, нет, пусть он будет твердым в жизни. Твердым, как я. Я совсем не знал его. Он боготворил меня. А вы и не знали. Он видел, как я вошел к вам. Прождал 2 часа у подъезда. Пришел домой и... Бедный Янок. Мой мальчик. Мой Янек, что вы делаете? Причесываюсь. Вы, видимо, не поняли. Янек любил вас. Он застрелился из-за вас. Столько народу стреляется. Он застрелился из-за вас. Вы понимаете? А что же я могу поделать? И из-за вас тоже. Замолчите, или господин Гаукшендорф желает вас видеть, мадемуазель. Пусть войдет. И вы примете его сейчас при мне. А вы идите пока в спальню. Животное! Евгения! Буэнос диас, Макси. Что так рано? Евгения, собирайтесь, едем. Куда? Куда? Домой, в Испанию. Я удрал от своей жены, от Матильды. Она ничего не знает. Торопитесь, Евгения, торопитесь. Вы сошли с ума? Да, совершенно верно. Я ведь нахожусь под опекой. Меня в любое время могут задержать и отправить обратно по почте, как посылку. А я хочу от них удрать. Вы меня увезете. В Испанию? Да. А что я буду там делать? О-ля-ля! Вы будете петь и плясать. Я буду хлопать в ладони. Кто-то плачет. Да нет, никто. Нет, послушайте, мужской голос. Кто-то плачет. Ах, да, это сосед за стенкой. У него, кажется, умер сын. Ой, как прискорбно. Как прискорбно. Вы знаете, что я с собой захватил? Драгоценности Матильды. Матильда – это моя супруга, старая корга. Она ничего не знает. Боже мой! Как плохо быть старым. Я тоже был старым, пока вы не вернулись. А сейчас я молод. Мне снова 20 лет. 20 лет, вы не верите? Да, да. Вы тоже не постарели. Это хорошо. И пока человек жаждет любви, вкушай любовь. Начнем. Что сначала? Что сначала? Без 20 лет. Все остальное, трынь, трава. Едем со мной. Едем. Едем, 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 мой песик. Едем, едем. Вас хочет видеть господин Грегор, мадемуазель. Пусть войдет. Чего он хочет? Ну, бежи. Подожди, подожди, дурачок. Бежи. Подожди. Здравствуй, Бертик. Кого это ты привел, скажи, пожалуйста? Вы не одна. А, господин Грегор, рад вас видеть. Как поживаете? Как поживаете? Посмотрите в глаза этой девочки. Вы знаете, что случилось? Янок. Знаете, почему? Ерунда. Смерть этого юноши на вашей совести. Вы это понимаете? Потому-то ты и притащил сюда столько народу, да еще адвоката. Не только потому, и прошу вас не обращаться ко мне на «ты». Что тебе нужно? Сейчас узнаете. Как ваше настоящее имя?
Ты меня допрашиваешь? Что, мадемуазель, просто дружеская беседа. Дайте фотографию, Витек. Вы написали Кристинке вот эту фотографию. Здесь ваша подпись? Моя. Отлично. А теперь разрешите спросить. Вы прислали мне вчера вот этот документ. Собственноручно письменное заявление некой Эллен Макгрегора о том, что она является матерью Фердинанда Грегора, датированное 1826 годом. Это не подделка? Нет. Но это написано вчера. Вы понимаете, что это значит? Это фальшивка почтеннейшая. Откуда это видно? Чернила еще совсем свежие. Обратите внимание, господа, расплываются. Что вы на это скажете? А? Ничего. Это написано вчера. И той же рукой, которая написала фотографию. Исключительно своеобразный почерк. Вы написали сами или нет? Тебе я не стану отвечать. Но позвольте, постойте, господа. Сударь, постойте, постойте. Тут творятся любопытные дела. Мадемуазель, можете вы сообщить, откуда вы достали этот документ? Клянусь, его написала Эллен Макгрегор. Когда? Вчера утром? Это не важно. Очень важно, милостивая государня. Когда умерла Эллен Макгрегор? Уходите. Больше я вам ни слова не скажу. Господи, вы! Покажите мне документ, пожалуйста. Вы были здесь. Эмилия, что это значит? О, господин Прус, рад вас видеть. Как поживаете? Вы знаете, что ваш сын? Знаю. Документ, прошу вас. Что он здесь сделал, говорите? По какому праву? По праву того, кто сходит с ума. Это не подделка. Что за чертовщина? Так это писала Эллен Макгрегор? Элина Макрополос. Почерк тот же, что и в письмах. Никакого сомнения. Но письма писала... Элина Макрополос, никакой Эллен Макгрегор не существовало. Это заблуждение. С ума сойти. А надпись на фотографии? Элины Макрополос. Вот как? Но это собственноручная подпись этой женщины, правда, Кристинка? Оставьте ее в покое. Извините, что я вмешался, простите. А теперь пусть кто-нибудь еще разбирается во всей этой путанице. Простите, может быть, здесь чистая случайность? Просто почерк мадемуазель Марти очень похож. Ну, конечно, конечно, случайность. Виток и приезд Эмилии Марти случайность. Это фальшивка тоже случайность. И знаете что, Виток, идите вы к черту со всеми этими случайностями. Довожу до вашего сведения, господа, что я сегодня же уезжаю. Разрешите узнать, куда? За границу. Ради бога, не делайте этого, мадемуазель. Знаете что, останьтесь с добром, чтобы нам не пришлось обращаться в полицию. Вы хотите потребовать моего ареста? Пока нет, но у вас есть выход. Простите, мадемуазель, два каких-то господина ищут господина Галка. Простите, кого? Меня? Я, ну, ради бога, ну устройте как-нибудь. Да, да, я поговорю с тобой. Не плачь, Кристинка, не плачь. Внизу ждет машина. Вы поедете со мной за границу или... Ты на это рассчитывал? Или я, или полиция. Поедешь? Нет. Господина Гаука ждет врач и еще один господин. Они пришли проводить его домой. Ну, вот видите, вот я и попался. Ну, попросите их подождать, ну пожалуйста. Я уж просил, я просил. Господа... Ввиду того, что мадемуазель Марти не намерена нам дать свои объяснения, мы будем действовать решительно. Мы сами осмотрим ее спальню и чемоданы. О, мы не имеем права посягательства на частной собственности и всякое что, такое. Что, вызвать полицию? Но я умываю руки. Ну, господа, позвольте, я как джентльмен. Гаук, вас за дверью ждут доктор и сыщик, позвать их. Нет, не нужно. Но я надеюсь, господин Прус защитит. Можете делать с этой женщиной все, что хотите. Начнем. Назад! Посмей только. Ай-яй-яй, мадемуазель, мадемуазель. Хотела стрелять. Да, он заряжен. Оставь меня, Грегор, я вызову полицию. Нужно, сами разберемся. Побеседуйте с ней. Макс, и ты позволяешь это? Что я могу сделать? Доктор, вы честный человек. Крайне сожалею, но вы заблуждаетесь, мадемуазель. А вы, Прус, вы ведь джентльмен, и вы позволите? Прошу вас, не говорить со мной. Как скверно вы с ней поступаете. Оставьте ее в покое.
А вы, оказывается, возите с собой целый архив, мадемуазель. Посмей только читать их! Убедительно прошу оставаться на месте. В противном случае я вынужден буду применить насилие в нарушении статьи 91 уголовного уложения. Насилие? Это говорите вы, адвокат. Видите ли, я вошел во вкус. Очевидно, во мне врожденная склонность к преступлениям. Истинное призвание познается лишь к старости, мадемуазель. Разберитесь за дело. С удовольствием. Господа, это пыль веков. Разрешите осведомиться, мадемуазель, куда вы поедете гастролировать? Нидиас, дезоле, дезоле. Гаук, замолчите. Печать. Печать с инициалами ЭМ. Оттиск, который есть на заявлении Эллен Макгрегор. Покажите. Печать Элины Макрополос. Чего-чего только нет. Господа, а здесь есть бумаги, датированные 1603 годом. Гаук, вам не знаком вот этот медальон? По-моему, на нем ваш достопочтенный фамильный герб. Да, совершенно верно. Я подарил его... Когда? 50 лет тому назад. Кому? Евгений Монтес. А здесь что-то по-испански можете прочесть? С удовольствием. О, Евгений, это из Мадрида. Что за документ? Полицейское предписание о немедленном выезде за нарушение общественного порядка проститутки-цыганки. Евгения, это из-за той драки. Все вперемешку. Заграничный паспорт на имя Эльзы Мюллер, 79-й год. Свидетельство о смерти Эллен Макгрегор, 1836 год. Екатерина Мышкина, это еще кто такая? Екатерина Мышкина была русской певицей в 40-х годах. Вы все знаете, дорогой мой? Любопытные инициалы всегда ЭМ. Очевидно, мадемуазель коллекционирует документы с этими инициалами. Особые пристрастия, а? Ого, твой Пеппи. Пеппи, это, безусловно, ваш предок, Прус. Прочитайте. Моя дорогая, дорогая Эллен. Может быть, Элина? Нет, нет, Эллен. Эллен Макгрегор, Вена, Императорская опера. Подождите, Грегор, Эллен еще придет к финишу первой. Майн Липсте, Липсте Эллен. Стойте! Не читайте дальше. Это мои письма. Что же поделаешь, мадемуазель, если они оказались такими интересными для нас? Не читайте. Я расскажу все сама. Все, о чем вы спросите. Правда? Клянусь. В таком случае, 1000 извинений, мадемуазель, за то, что нам пришлось принудить вас к этому. Вы будете судить меня? Боже, сохрани, вполне дружеский разговор. Но я хочу, чтобы вы меня судили. Ах, вот как? Ну что ж, постараемся в пределах наших возможностей. Итак, пожалуйста. Нет. Все должно быть как в суде. Крест и все прочее. Вы правы. Еще что? Но сначала я должна поесть и привести себя в порядок. Не могу же я предстать перед судом в таком неглиже. Совершенно справедливо. Все должно иметь надлежащий и солидный вид. Комедия. Не дискредитируйте акт правосудия. Обвиняемая, вам предоставляется 10 минут на диване. Хватит этого? Вы в своем уме. Дайте хоть час. Полчаса на приготовление и обдумывание, после чего вы предстанете перед судом. Идите. Спасибо. Пойду к Янеку. Вы должны быть присяжным. Доктор, не могли бы быть немного серьезнее? Я страшно серьезен, Грегор. Я знаю, как на нее воздействовать. Она истеричка. Витек? К вашим услугам. Сбегайте напротив похоронное бюро. Пусть пришлют сюда Библию, распятие, свечи, ну и всякую бутафорию. Скорей. Слушаю. Да, и раздобудьте где-нибудь череп. Человеческой? Человеческой или коровье, это все равно. Лишь бы у нас был символ смерти.
Марте пора бы уже явиться. Не приняла бы она, не дай бог, какого-нибудь яда. Вздор! Она слишком любит себя. Введите подсудимую, Витек. Не могли бы вы меня избавить от этого фарса? Нет, вы должны быть присяжным. Это похоже на похороны. Не плакать, Кристинка, не плакать. Мир мертвым. Разрешите доложить, подсудимый пила виски. Прошу проводить подсудимую на ее место. Оставьте меня. Это так только для храбрости. И отнимите у нее бутылку. Ну, нет. Не дам, а то отвечать не стану. Бартик, посмотри на них. Матерь Божья, я помру со смеху. Обвиняемая, ведите себя пристойно. Отвечайте только на вопросы суда. Ваше место вон там, можете сесть. Прошу прокурора огласить обвинительное заключение. Подсудимая Эмилия Марти, певица, обвиняется перед Богом и людьми в том, что с корыстной целью совершила мошенничество и подделку документов, обманула доверие, попрала всяческую порядочность, виновна перед самой жизнью, извергнута из рядов человеческих, предана строжайшему суду. У кого есть замечания? Ни у кого. Приступим к допросу. Обвиняемые, встаньте. Ваше имя? Мое? Ну, конечно, ваше. Ваше. Как вас зовут? Элина Макрополос. Как? Элина Макрополос. Где родились? На острове Крит. Когда? Когда? Ну, сколько вам лет? А как вы думаете? Ну, лет 30. Нет, больше, больше. За 40. Ох, девчонка! Обвиняемая, ведите себя пристойно. Ну, разве я выгляжу такой старухой? Ну, боже, сохрани. Итак, год рождения. 1585. Какой? 1585 год. Пятьсот восемьдесят пятый? Значит, вам сейчас... 337. Настоятельно предлагаю отвечать серьезно. Назовите ваш возраст. 337 лет. Это переходит все границы. А кто был ваш отец? Иеронимус Макрополос, лейб-медик императора Рудольфа II. Тысячу чертей, я с ней больше не разговариваю. Как ваше настоящее имя? Элина Макрополос. Элина Макрополос, любовница Йозефа Пруса. Из вашего рода? Это я сама. То есть как? Я жила с Пеппи Прусом, от него у меня тот Грегор. А Эллен Макгрегор? Это я. Вы не в своем уме? Я твоя прапрабабушка. Ферди был моим сыном. Какой Ферди? Ну, Фердинанд Грегор. В метрике он записан как Фердинанд Макрополос, потому что там мне пришлось назвать свое настоящее имя. Без этого нельзя. Безусловно. Так когда же вы родились? В 1585-м. Матерь Божья, отвяжитесь, наконец, от меня с этим вопросом. Но вы же Евгения Монтес.
Я была ею, Макс, была. Но в то время мне было только 290 лет. Была я Екатериной Мышкиной, Эльзой Мюллер, еще бог весь кем. Поймите, не может же один человек жить под одним именем 300 лет. Особенно певица. Я думаю. Значит, вы жили также в 18 веке? Ну, конечно. И лично знали Д'Антона? Знала. Отвратительный субъект. Откуда вам известно содержимое запечатанного завещания? Пеппи показал мне его, прежде чем запечатать. Пеппи знал, кто я. Ему я все рассказала. Его я любила. Евгения. Молчи, Макс, тебя тоже. С тобой хорошо жилось, сорвиголова. Но Пеппи, его я любила больше всех. Потому-то я и дала ему средства Макрополоса, которого ему так хотелось. Что вы ему дали? Средства Макрополоса. Что это такое? Тот рецепт в запечатанном конверте, который я сегодня получила от вас. Пеппи хотел его испробовать и вернуть мне, и положил рядом с завещанием. Как умирал Пеппи? В горячке, в страшных судорогах. Это из-за средства. Из-за него. Дева Мария, я говорила ему... Значит, вы приехали сюда только из-за греческого рецепта? Да. Мне нужен был рецепт, необходим. Потому что я старею. Потому что моя жизнь кончается. Так что же это такое, средство Макрополоса? Там написано, как оно делается. Что делается? Средство, чтобы прожить 300 лет. Мой отец составил его для императора Рудольфа. Ах, да, ведь вы же его не знаете. Ну, только из истории. Вот был развратник. Подождите, я вам о нем такое расскажу. Не отвлекайтесь от темы. Ах, да. Так вот... Когда он начал стареть, то все искал эликсир жизни. И вот мой отец составил ему рецепт. Средство не стареть 300 лет. Но император боялся этим средством отравиться и велел отцу испытать его на своей дочери, на мне. Отец так и сделал. Мне тогда было 16 лет. Неделю я лежала в горячке без памяти, но потом поправилась. А император? Страшно разгневался. Ну как он мог знать, что я потом проживу 300 лет? Отца велел бросить в тюрьму. А я бежала с рецептом не то в Венгрию, не то в Турцию, уж не помню. А почему вы подделали заявление Эллен Макгрегор? Да ведь я сама и есть Эллен Макгрегор. Не лгите, вы Эмилия Марти, понятно? Да, но только последние 12 лет. Так в каком же году вы родились? В 1585-м. Теперь выпейте это. Нет, нет, я не хочу. Оставьте меня. Вы должны. Должны. Немедленно. Немедленно. Что
Как ваше имя? Неплохо. Как ваше имя? Лина Макрополь. Не лгите. Вы знаете, кто я? Я священник. Вы мне исповедуетесь. Как ваше имя? Лина Макрополь. Она не лжет. Виток, доктор, быстро. Вы ее отравили. Немножко. Господин Гаук, мы ждем вас уже битый час. Собирайтесь домой. Доктор, помогите сначала ей. Обморок? Отравление. Чем? Уложите ее куда-нибудь. Грега, отнесите ее в спальню. Вы ведь ближайший родственник. Есть там теплая вода? А? Да, там есть вода. Кофе. Черный кофе. А с этим рецептом в аптеку. Благодарю вас. Господа, полнейшая тайна, понятно? Мадемуазель звонила? Да, она хочет черного кофе. Крепкого, крепкого черного кофе. Поняли? Поняла. А с этим, пожалуйста, в аптеку быстро. Будь я проклят, господа, если здесь что-то не кроется. Я только не смейтесь. Я ей безусловно верю. И вы, Прус? Вполне. Я тоже. Что из этого следует? Что теперь Лоук получит Грегор. И вам это очень не нравится. У меня уже нет наследника. Как она себя чувствует? Немножко лучше. Укусила меня ведьма. А знаете, я верю ей. К сожалению, мы тоже. Боже мой, 300 лет. 300 лет. 300 лет. Это ужасно. А, возьми кофе, Кристиночка, и отнеси мадемуазель, и побудь у нее сиделкой. Хорошо? А теперь, господа, пораскинем мозгами, что нам с ним делать. С чем? Со средством Акрополуса. Существует рецепт на 300 лет жизни. Он может быть в наших руках. Это дело сулит невообразимые возможности. Что мы сделаем с этим рецептом? Ничего. Рецепт принадлежит мне. Я ее наследник. Успокойтесь, пока она жива, вы вовсе не наследник. Она может прожить еще 300 лет, если захочет. Но мы можем заполучить этот рецепт, вы понимаете? Обманным путем. Хотя бы. Это так важно для нас и для всего общества. Вы меня понимаете, господа. Но неужели оставить рецепт ей, чтоб всю пользу извлекла она одна? Ну вот скажу вы, Прус, если бы рецепт был ваш, вы одолжили бы его мне, чтобы я жил 300 лет? Вам? Да. Нет. Ну вот видите, господа, значит, нам нужно как-то между собой договориться, что делать с рецептом. Господа, господа, обнародуем средство Акрополуса. Этого не следует делать. Отдадим его в общее пользование всему человечеству. Все люди имеют одинаковые права на жизнь. А живем мы так мало. Боже, до чего коротка человеческая жизнь? Ну и что из того? Посудите сами. Жажда познания, мысль, труд, любовь, творчество. Что успеет человек за эти годы? Чем насладиться? Чему научиться? Не дождешься плодов с дерева, которое посадил. Не завершишь своего дела, не покажешь примера, не научишься всему, что человечество узнало до тебя. Умрешь, будто не жил. Страшная несправедливость, господа, жить так мало. Все это очень хорошо, хорошо, Виток, но вы увлекаетесь. Юридически, экономически это абсурд. Да. Возьмите, например, договоры. Пенсии, страхование, наследственное право, да мало ли еще что. А брак, голубчик, никто не захочет жениться на 300 лет. Никто не заключит договора на 300 лет. Вы анархист, мой милый.
Вы хотите разрушить весь установившийся общественный порядок, который зиждется на краткосрочности жизни. А потом, простите, по истечении 300 лет каждый захотел бы снова омолодиться. Да, и фактически жил бы вечно, а это никуда не годится. Но вечную жизнь можно было бы запретить. Прожив 300 лет, все должны будут умирать. Вот видите, из соображений гуманности вы запрещали бы людям жить. Извините, но мне кажется, что средства можно было выдавать порциями. То есть это как это? Ну, понимаете, на определенное количество лет. Вот порция на 10 лет жизни. 300 лет многовато, не каждый захотел бы столько жить. А вот 10 лет каждый купит. Да, и мы бы открыли оптовую торговлю продлением жизни. Это идея. Представляю себе письма заказчиков. Обратной почтой шлите 1200 лет жизни в дешевом оформлении, кон и компания. Или срочно шлите 2 миллиона лет, прима в роскошной упаковке. Это не дурно, Гаук. Видите ли, я не коммерсант, но когда человек стареет, он охотно прикупил бы себе несколько лет жизни. Но 300 лет это многовато. Для познания? Нет. Познание, простите, никто не может купить. А 10 лет наслаждений я бы охотно купил. Вот, пожалуйста, это из аптеки. Благодарю вас, душенька. Скажите, сколько лет вы хотели бы прожить? Еще лет 30. Не больше? Нет. А зачем мне? Вот видите, господа... В чем дело? Прошу вас, доктор. Ага, хорошо. Скажите, пожалуйста, как себя чувствует мадемуазель? Очень плохо. Ах, бедняжка. Бедняжка. Господа, я не хочу вступать с вами в спор, но дайте мне возможность высказаться. Счастливый случай дает нам в руки средства продления жизни. По-видимому, это действительно возможно. Вот и я говорю, надо продлить жизнь всех людей. Нет, только сильных, только самых жизнеспособных. Заурядный человек вообще не умирает. Он вечен и без вашей помощи. Ничтожные плодятся, как мухи или мыши. Умирают только сильные. Умирают великие. Умирает сила и дарование, которых не возместишь. Но мы можем сохранить их. Я предлагаю основать аристократию долговечности. Аристократию? Вы слышите, господа, привилегии на жизнь. А кто же будет утверждать? Шведская академия? Никаких голосований. Сильнейшие будут передавать жизнь сильнейшим из рук в руки. Это будет власть разума, сверхчеловеческий авторитет знаний и творческой силы. Власть над людьми. Вот какая возможность в ваших руках. Можете использовать ее или потерять. Я кончил. Простите, господин Прус, а принадлежу ли я, или вот, например, господин Грегор, к этим наилучшим избранным? Нет. Ну, а вы, конечно, принадлежите. Теперь уже нет. Оставим эти пустые разговоры, господа. Тайна долголетия – это собственность семьи Макрополос. Так предоставьте этой семье поступать с рецептом, как ей вздумается. То есть как? Рецептом простите. Будут пользоваться только члены этой семьи. Только потомки Элины Макрополос. Кто бы они ни были. Все в порядке. Теперь ей надо полежать. Так, так, полежать – это хорошо. Пойдемте домой, господин Гаук. Я провожу вас. У нас тут такой важный разговор. Ну, пожалуйста, оставьте меня еще немножко. Я обязательно. Не дури, не дурите, старина. Я сейчас приду. Честь имею кланяться. Вы говорили серьезно, Грегор? Совершенно серьезно. Говорите тише, она хочет спать. Кристинка? Скажи, хотела бы ты прожить 300 лет? Нет. А если бы у тебя в руках было средство для такой долгой жизни, что бы ты с ним сделала? Не знаю. Ну, отдала бы его всем людям. А разве они стали бы счастливее? Девочка, разве жить это не великое счастье?
Не знаю, не спрашивайте меня. Ах, мадемуазель, человек так жаждет жить. Иногда бывает, что нет. Спасибо за Яныка. Почему? Потому что вы сейчас вспомнили о нем. А мы здесь спорим о вечной жизни. Как вы себя чувствуете? Отвратительно. Голова болит. Это пройдет. Не пройдет. Это у меня уже лет 200. Что это? Скука. Нельзя человеку жить так долго. Почему? Это невыносимо. До 100 лет еще можно выдержать. А потом... Потом начинаешь понимать... Потом душа умирает. Что начинаешь понимать? Как вам объяснить? Нет, это не выразить словами. Если бы вы знали, как вам легко живется. Но почему? Вы во все верите. В себя, в любовь, в добродетель, в прогресс, в человечество. Вот ты, Макс, веришь в наслаждение. Да. А ты, Кристинка, в любовь и верность. Ты веришь в силу. Ты ведь во всякие глупости. Каждый во что-нибудь верит. Глупенькие, вы такие счастливые. Ну, позвольте, существуют же высшие ценности, ну, идеалы, цели. Это только для вас. Ну, как вам объяснить? Любовь, может быть, и существует, но только в вас самих. Если ее нет в вашем сердце, ее нет вообще. Ну, невозможно любить 300 лет. Невозможно надеяться, творить или просто глазеть по сторонам 300 лет подряд. Это никто не выдержит. Опостылеет и небо, и земля. И тогда начинаешь понимать, что, собственно, нет ничего. Вообще ничего. Есть только то, что сейчас кому-то дорого. Если бы вы знали, как ужасно одиночество. Зачем же вы приехали за средством Акрополоса? Почему вы хотите прожить еще раз? Я просто страшно боюсь смерти. Мы были с вами жестоки. Ничего. Вы были правы. Вот здесь рецепт. Возьми его, Бертик. Мне он больше не нужен. Спасибо. Мне тоже. Нет? Тогда ты, Макс, возьми. От этого можно умереть. И это больно, если принять. Больно. Ты боишься? Да. Но зато ты будешь жить 300 лет. Нет. Если бы мне было больно. А так нет. Доктор, а вы? Хотите? Вы очень любезны, мадемуазель, но я не хочу иметь с этим ничего общего. Вы такой чудак, Витек. Возьмите себе это. Кто знает, может быть, вас счастливите им все человечество. Нет, нет. По-моему, лучше не надо.
Вы сильный человек, но и вы боитесь жить 300 лет. Да. Никто не хочет? Кристинка, возьми себе это. Что ты с ним сделаешь, Криста? Исторический памятник. Подожди, не надо. О, Господи. Отнимите у нее. Пусть делает, как знает. Смотрите, смотрите, не горит. Это пергамент. Тлеет. Тлеет понемножку. Продление жизни. Человечество вечно будет его добиваться. А оно было в наших руках. И мы могли бы жить вечно. Догорело. Вот вам и вечная жизнь. Давайте думать о рождении, а не о смерти. Жизнь вовсе не коротка, если мы сами можем быть источником жизни.